пожалуйста, одну бумажечку. Так, все. Четвертое место у кого? Поднимите руки. Ух, сколько вас. Классно. А четвертый стол, плотные сидят, да, здесь где-то поблизости. Четвертый стол, четвертое место, выходите. Четвертый стол, четвертое место, выходите. Идемте сюда, идемте сюда. Слушайте, я же говорил, все свои. Здесь все. Я знаю эту милую девушку. Назови эту фамилию, которую знает не только республика, но и далеко за пределами. Тухаева, идем сюда, теперь по имени. Сакина. Сакина, это вот эта милая девушка, она сестра моей коллеги Айши Тухаевой, журналиста, которая много-много лет делала, ну вот последние несколько лет точно делала «Мир вашему дому», замечательный проект, очень хороший, состоявшийся журналист, и вот это ее сестра. Ты покупала этот билет? Где покупала? А, мне сегодня позвонила мамина знакомая и говорит, есть билет, вы поедете, ну хотите пойти. Я что-то не хотела, я сама не хотела, меня мама заставила. Слушайте маму, баракат будет однозначно, слушайте, друзья мои. Мама у них тоже замечательная женщина, давайте поаплодируем маме тоже. Так ты заплатила за этот билет? Да, 1000 рублей. А, все-таки отжала эта знакомая, да? 1000 рублей, все, теперь думает, я наделала. Я это купила. Все, замечательно, поздравляем тебя. Ты стала обладательницей путевки на Малахат. Что будем делать? Ехать. Хотелось бы, как сказала одна, та же коллега-журналистка, чтобы дуроты не забывала там делать.